Центральная библиотека Губкинского заняла первое место в окружном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки к выборам президента. С победой сотрудников библиотеки пришла поздравить председатель территориальной избирательной комиссии города Елена Сергеева. Она вручила диплом первой степени и благодарственные письма авторам проекта «Навстречу выборам» Людмиле Кирилловой и Маргарите Носковой. Большая благодарность, в том числе и нашей библиотеке, за их неравнодушие, за участие, за то, что привлекают наших будущих избирателей, наших молодых избирателей к участию в выборах, участвуя в таких мероприятиях, конечно же, повышается их интерес к выборам. И это очень важно, потому что наша молодежь – это наше будущее. Представленный на окружной конкурс проект «Навстречу выборам» включает комплекс мероприятий по просвещению избирателей, повышению интереса к выборам. Это действительно системное в течение всего года, и независимо даже, есть выборы в этом году, нет выборов, мы постоянно воспитываем население, и, конечно, основное внимание мы уделяем молодежи, подрастающему поколению, потому что это им потом вершить наши судьбы, править государством. Кроме диплома и благодарственных писем, фонд библиотечной системы пополнился книгой дочери отчизны, почитать которую смогут все желающие губкинцы.